Нет, мы планомерно готовимся к сезону. Я имею в виду, сейчас сыграли кубок. Да, я имею в виду, следующий турнир у нас будет в Магнитогорске, который мы проведем. Но предсезонные турниры для того и существуют, да, и предсезонная подготовка для того, чтобы какие-то подправить какие-то моменты, потому что что-то получается еще не так, как мы хотели бы, да. Но мы планомерно ведем работу. Ну, несомненно, для этого мы и проводим матчи, для того, чтобы внести определенные коррективы, да. Потому что всегда такие компоненты игры, как игра в большинстве, в численном неравенстве, да, игра в атаке, игра в обороне, они требуют постоянной работы и постоянного совершенствования. Определенный взгляд у нас есть, но я думаю, что у нас все равно будут еще изменения, потому что у нас некоторые ребята травмированы. Некоторые получили, к сожалению, достаточно такие нелепые травмы, да, но они постепенно будут входить, вливаться. Я надеюсь, что все ребята к сезону будут уже здоровы. Те, кто ребята уже работают несколько лет, да, им было проще адаптироваться. Наверное, больше к специфике нагрузок, да, а не к нагрузкам, потому что все клубы работают по-разному, у всех свои взгляды, это совершенно нормально. Вначале, конечно, было непросто, но ребята хорошо работали. И сейчас уже тот период, когда уже, в общем-то, основная такая тяжелая работа физическая, она закончилась. Сейчас идет больше мы работаем на льду, работаем больше над тактикой. Игроки, которые ушли, они выбрали свой путь. У нас пришли новые игроки, да, и мы готовимся этими игроками к сезону. Сложно, потому что сейчас только предсезонная подготовка идет. Как сыграют, мы надеемся, что, несомненно, команда должна играть лучше, да, как у нас сыграют новички. Но много вопросов, несомненно, у каждой команды перед началом сезона. Поэтому очень сложно говорить. Мы делаем все для того, чтобы команда сыграла лучше. А сезон все покажет. Все мотивируют по-своему. У каждого, я считаю, что это, наверное, каждый тренер – это индивидуальность, да, и каждый тренер подходит к этому вопросу индивидуально. Поэтому здесь все секреты я раскрывать не буду. Мы будем делать все для того, чтобы победить.